красавцы. Молочки, дышай. Молочки, пацаны, молочки. Молочки, молочки. Молочки. Молочки, молочки. Hey, thanks for helping me in there, buddy. Говорят, теперь сухаридзе опять. Жизнь покажет. Он перед игрой молчал. Возвращение. Сейчас ты можешь. Возвращение от убудного сцена или нет? 101-я игра. И сразу сухарь. То есть вторую сотню начать размениваем в правильном направлении. Сегодня с утра с тобой говорили о 100-й игре. Говорил-то я, а ты молчал. Ну, это не важно. Праздничный коктейль? Да. Получается. Победи, Агварс. Всем болельщикам спасибо. Привет, Агварс. Хорошая игра, молодцы. Тимур, молодчик, на нолик. Здорово, пацаны. С победой! Все ловили сегодня, все хорошо играли сегодня в своей зоне. Поэтому всем спасибо, ребят. Хорошая игра. Хорошая самоотдача. Хороший единство, да. Очень важный, хороший побед 7 соперников. Начинаем матч через день. Матч через день, а потом через день. И потом на следующий день. Так что тяжелая работа предстоит. Сейчас с Никиткой в зал пойдем. Никита приседать будет. Работа. Никит, тебя в зал приглашают. Конечно, надо работать. Вот сборная готовится, да? Банкетный. Результативная серия продолжается. Командная и личная. Когда Мазякин клюшку сломал, это какой-то знак был или забросила? Какая клюшка? Та, которую ты приготовил потом? Не, я сломанно играл, я потом сломал. Да? И вставочку сделал, да? На клей просто в момент посадил. Игра уровня плей-офф. Да, хорошая игра, скоростная. Хорошо сыграли в защите, забили свои голы, Беляш, молодчик, ну и в принципе все молодчики, вторую игру на ноль, приятно, я думаю, как и нам, так и болельщикам. Продолжай в том же духе. Танцы будут сегодня? Сегодня вот так, кулачок.